Музыкальная сказка «Семь гномов и еще один» состоит из семи музыкальных образов. Каждый образ характеризует определенного гномика. Вот первый гномик был из них самый маленький, и по молодости лет он был очень легкомысленный. Он очень любил кататься верхом, на мышке-полевке. Вы, наверное, думаете, почему же на мышке? Да потому что для лошадки он был слишком маленький. И вот, оседлав мышку, он скакал на ней целыми днями по лугам, по полям, дразня своих братьев. А второй гномик был романтик. Он очень любил сочинять стихи и серенады и посвящать их Белоснежке. И вот поздно вечером, когда на небе светила полная луна, он исполнял серенаду под окном возлюбленной. А третий гномик был строгим учителем. Он все время ругал своих учеников за то, что те не выучили домашние задания. А ученики, в свою очередь, слезно его умоляли не ставить им двойки. А четвертый гномик был звонарем на колокольне. Он очень любил слушать звон колоколов и считал, что это самый прекрасный звук на свете. Thank you.
Пятый гномик был регентом хора. На хор любили ходить все 7 гномиков, и даже самый маленький. И вот в воскресенье, улучив свободный часок, все гномики приходили попеть в хоре. А шестой гномик был философ. Он все время думал, а откуда же берется время? Ведь было время, когда времени не было. И вот он одиноко сидит посредине своей комнаты и по тиканье часов думает над этим. Седьмой гномик был общественным деятелем. Он устраивал по случаю разных праздников балы. И вот сегодня он устроил очередной бал по случаю записи на студии у Германа Васильева. А кто же еще один гномик? Ведь сказка называется «Семь гномов и еще один».
Еще один гномик очень любит рассказывать музыкальные сказки про своих друзей-гномиков. И вот сегодня он рассказал вам очередную сказку про них. А зовут этого гномика Алексей Прохоров. Солнце садится. На склоне Медной горы видна фигура женщины. Она задумчиво смотрит вдаль своими зелеными, словно малахит, глазами. Она слушает, как простые деревенские девушки поют песни и водят хоровод. Она завидует им, потому что не может себе этого позволить, ведь она Медной горы хозяйка. Старики говорят, что у хозяйки в горе есть сад, а в нем цветы красоты невиданной. Из камня, а как живые. Кто эти цветы увидит, навек покой потеряет. Держать будут, а все равно снова в этот сад прибежит. Жить среди людей не сможет. И станет этот человек горным мастером. Thank you.
Жил на заводе у приказчика на посылках щёгорь Яшка Слепка, полуслепой здоровенный детина. Имел он очень большую любовь к деньгам. Вот проведал он у одной вдовы, где найти травяную западёнку, в которую ее муж, отборный малахит, хоронил. И вот он уже едет в ожидании богатства на своей кобыле и поет веселую песню. Тяжела и горька судьба сиротки-таютки. Только отец да она, вот и вся семья. Жалилась над ней хозяйка Медной горы. Два подарка ей сделала. Спасла ее и отца от завала, а на память зеркальце из гладкого угля подарила. С тех пор это зеркальце и зовется Таюткино зеркальце. Thank you.
Остался у Настеньки от отца подарок – малахитовая шкатулка. А в ней драгоценные украшения. Только Настенька могла их носить. Наденет и станет краше самой царицы. Узнала про это царица, велела позвать к себе Настеньку. Одела Настенька тятенькин подарок и пришла во дворец. А люди увидели ее и не могут понять, которая из них царица. Жил в деревне охотник, какова ни звали. Взял он себе в приемную дочери сиротку-подаренку. На зверя какова не охотился, мечта у него была козлика волшебного повидать. И подаренке стало интересно. Взял какова не ее с собой в лес. Врут люди или правду говорят, но подаренка видела козлика. Где он ножкой топнет, там камень драгоценный появится. За это козлика и прозвали «Серебряное копытце». Thank you.
Есть на Урале золотой камешек. Говорят, что он остался от огневушки-поскакушки. Иногда из костра выскакивает девчушечка и начинает плясать. Где закончит свой танец, там лежит золото. Но если разом много человек ее увидит, никогда к согласию не придут. Каждый будет указывать на свое место. Приветствую вас, почтенные сеньоры и сеньориты. Да не будет скучен для вас сей прекрасный испанский вечер. А для того, чтобы тоска и близко не подходила к сим почтенным идальго, позвольте мне рассказать вам легенду о благословенном рыцаре печального образа сеньоре Дон Кихоте Ламанческом. Какой же рыцарь без любви, какой же рыцарь без удачи и какой же рыцарь без оруженосца, верного друга, вечного спутника и предвестника всех побед своего сеньора. Он торжественно вышагивает перед Дон Кихотом, прославляя подвиги своего господина. Thank you.
А вот и он, благословенный рыцарь печального образа, Дон Кихот Ломанческий. Рыцарь от кончиков пальцев до кончиков волос. Он смело рвется в бой, защищая обиженных, обездоленных, борясь за добро и справедливость. Храбро скачет он на своем росинанте, повергая врагов в ужас и обращая в бегство. А в минуты покоя он грустит о далекой возлюбленной, и да пребудет с ним благословение. Еще на этом свете рыцаря без дамы сердца. Ради одного ее взгляда герой готов мчаться хоть на край света, совершить хоть все 12 подвигов Геракла. Для рыцаря она подобна ангелу, свята, целомудренна, добра и столь прекрасна, что птицы небесные падают от ее красоты замертво, ослепленные неземным блеском. Ни на секунду рыцарь не перестает думать о даме своего сердца. И до последнего вздоха души своей он не перестанет ее любить.
Все на свете имеет свой конец. Подходит к концу и мой рассказ о рыцаре печального образа, Дон Кихоте Ломанческом, герое из героев, благороднейшем и справедливейшем рыцаре своего времени. Но пусть же эта легенда еще раз устремится к вашему сердцу веселым эхом и останется там навсегда.